Глава 5. Первой книги Моисея «Бытие». Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет. И родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малелиила. По рождении Малелиила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малелиил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малелиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малелиила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иофета.